У меня к вам вопрос. Будешь ли ты до конца своей жизни предавать свои желания? Или ты примешь решение сегодня закончить предавать себя и свои желания? Будешь ли ты Иудой собственного успеха? Будешь ли ты прятаться? Или ты, наоборот, захочешь однажды разбудить себе исполина? Не однажды, а сегодня. Потому что призыв Бога и высших сил разбудить в себе исполина, который живет в тебе. Друзья, если ты принимаешь это решение, я предлагаю тебе посещать мои вебинары, медитации, выучиться в моей школе. Вы знаете, что у нас на сайте есть за небольшие деньги просто такая информация, что за такую информацию смешные там формальные, да, такие суммы. Можете приобрести интереснейшие вебинары, можете приобрести интереснейшие медитации, которые в записи на сайте. Можете прийти в школу, которая начнется в ноябре 2019 года. Потому что мое служение – это служение исцеления душ. Мое служение – это служение исцеления тел. Мое служение – это служение вдохновения, трансформации. Это дар мне дали свыше. То, о чем я говорю, не говорит никто. Это не гордость, это факт. Потому что каждый человек уникален. У каждого мастера свой дар. У каждого учителя-наставника свое кредо. У каждого свой канал. И мой канал, который мне дали свыше, это канал исцеления душ, исцеления духа и тела, канал вдохновения, трансформации и пробуждения божественного в тебе, пробуждения самоуважения. И у меня есть дар такой, я людей из зоны комфорта выталкиваю в живую жизнь, и люди начинают жить в победе, наслаждении и радости.